Гладкоствольные карабины «Сайга» и «Вепрь», а также помповые ружья. Здесь все как в настоящей охоте, только вместо диких животных – мишени. Стальные пластины размером 10 на 10 сантиметров. Именно в них с определенного расстояния и за короткое время нужно попасть, а в идеале поразить все цели, установленные на огневом рубеже. На этом полигоне их три, с разными препятствиями в виде коридоров и стен. Помповые и самозарядные с магазинами – это огнестрельные аксессуары практической стрельбы. Накануне островные спортивные охотники из отделения Общероссийской спортивной федерации провели клубный матч. Среди участников – представители Долинского и Невельского районов. Кстати, у сахалинских стрелков пополнение – Владислав Стрипунин. На остров работать он приехал из Перми, где несколько лет занимался этим видом спорта. Отдых для души. То есть это все природа, активный отдых и, опять же, оружие. Это ружье, помповые перезарядки, как всем известно, терминаторская цель на себя, от себя. То есть самое надежное. Не самое быстрое, но самое надежное, потому что любые патроны переваривают. То есть просто, если не выстрелил, просто перейдем. Практическая стрельба пока для Сахалина остается одним из молодых видов спорта. Кстати, от остальных она существенно отличается. Здесь все как в настоящем бою. Не зря она остается в категории обязательной тренировки у силовиков. Внимание! В дружном мужском коллективе на этот раз была и представительница слабого пола – Татьяна Сандлер, одна из новичков этого вида спорта. В соревнованиях она не участвовала, обучение пройдено, пока девушка остается в роли зрителя. Полноправным участником ей предстоит стать уже в ближайшее время. Это достаточно такое захватывающее что-то, даже так не объяснишь. Это, в общем, очень увлекательно и очень интересно. А победителями этих соревнований в открытом классе стали Сергей Хе, Александр Афоничев и Евгений Чайченко. В классе помповых ружей победу праздновал Владислав Стрипунин. Чемпионат же Сахалинской области планируется провести в конце сентября.